Семья Григорьевых из Чебоксар ждет помощи от добрых людей. Их 5-месячный сын болен остеопетрозом. Недуг прогрессирует с каждым днем. Вся надежда на израильских медиков, но операция за рубежом стоит дорого. Мальчик должен приехать туда в течение 6 месяцев. Если ребенку не окажут помощь вовремя, он может погибнуть. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Страшный диагноз 5-месячному Диме поставили в конце апреля. На рентгенских снимках видно, что кости мальчика буквально вдавливаются друг в друга. Ребра, позвонки, ножки и лопатки. Скоро может пострадать весь скелет. Чебоксарские врачи уже тогда сделали неутешительные выводы. Ребенок болен остеопетрозом. Для родителей малыша эта весть стала настоящим ударом. Недуг прогрессирует. Малыш плохо растет, мало ест. У него постоянно закладывает нос. Если иммунитет ослаб, то у них уже закладывается носик. У нас все время почти носик закладывается. Я периодически ему капаю это морскую водичку, чтобы носик не закладывался. Но последствия этой болезни куда страшнее. В любой момент ребенок может ослепнуть и оглохнуть. В Чебоксарах Диме помочь уже ничем не могут, пока мальчик находится под постоянным наблюдением. Возможно, что у него упадет уровень гемоглобина, тогда потребуется переливание. Но малышу необходима операция. Остеопетроз достаточно успешно лечат в Израиле. Причем в зарубежной клинике одной из чебоксарских семей уже помогали. Сейчас у них как бы болезнь остановлена, все, она больше не возвратится. Вот как они мне объяснили, ну, им там Полина Степанская объяснила, что болезнь эта мраморная не возвращается после пересадки костного мозга. Вот у них ребенок сейчас в очень хорошем состоянии, бегает, резвится, анализы тоже хорошие, говорят. Но пересадку костного мозга необходимо сделать как можно быстрее, пока ребенку не исполнился год. Времени у Григорьевых остается все меньше и меньше. Сейчас родители собирают деньги. Операция стоит более 8 миллионов рублей. Заработать такую сумму им не по силам. Вся надежда на неравнодушных людей. Расчетный счет Алины Григорьевой и номера телефонов, на которые тоже можно перечислить деньги, вы сейчас видите на экране. Помочь Диме может каждый из нас. На одну саму пересадку, подготовку и пересадку они нам выставили счет около 8 миллионов. Еще надо будет, там годовалая реабилитация будет проходить. И вот это где-то 2,5 миллиона обойдется нам. Это очень большая сумма, и мы сами эту сумму не осилим. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.